вечер. На сцену пытается выйти ансамбль «Фреглы». Мы играем отмороженный рок-н-ролл. И мы из Санкт-Петербурга. Вот. И мы открываем сегодня очередную вечеринку «Stomping at the Fish Fabric». Тематические «Сайкобили» и «Около» концерты. И немного «Бразерс», когда есть настроение. Если сегодня у нас лысый вокалист, то «Бразерс» с нами. Слышался и тут же стих. На стороне, где псих, больница. Но в тот момент, когда Найшер распечатала конверт, убийца, руки потирая, прошептал: мне вороном не стал. Ты заехал по делам в город, где тюрьма как храм. Готовься! У хозяев городского дна для тебя игра одна. Найдется в хороводе легковесный пуль. Ты в своем подкарауль, кроме телесных повреждений, не сулят ничего. Тени наваждений, и разрежем душу пополам, как пять якинов котобойне, но лучше сделай это сам, так спокойней. Дублёра выпал из окна, но не долетел до дна. Немного уцепился дьяволу за хвост, если на эту тему тост. О, Бога, хочется поднять уральский брат. Ло-л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 о. За воротовных не болят, кроме телесных повреждений. Не сулят ничего тени наваждений. Разрежу душу пополам, как мясники на скотобойне, но лучше сделай это сам, да-ха-ха, спокойней. Разрежу душу пополам, мясники на скотобойне, лучше сделай это сам, спокойней. Так спокойней. Спасибо. Мы сегодня в своем лице оказываем поддержку гостям города, замечательным двум ансамблям из Москвы «Молли Фенчер» и из Минска «Лос Калапендрес». Поаплодируйте им. Мы надеемся, вы станете погорячее к их выходу посредством любви к нашей музыке. Погнали. Следующая песня называется «Слухи». И, кстати, да, вы сами понимаете, что происходит, да? Беспрецедентная акция. На контрабасе нам помогает сегодня Стас Бойцов, который переиграл целую кучу группы, что даже, блин, неудобно называть. Вот, аплодисменты. Стасик, давай, мочи. Слухи! Слухи!
свистячок! У стен бывают души, пелен гатары, секрет из-под подушек. Не вынимайте топоры, покуда слухи маски на зеркале набьет. Вот эти чужие тайны прямо на лету. Трагедии случайны, это видно за верту. Помогут сплетни прям в наши колорет. Как муха в паутине вдребь, ты забываешь, что ты есть. Фиолеты из пыльных шкафов шагнули в мир их не счесть. Миллиона соблюдать устав не принесет урона. Это те, кто на устах несет обрывки полуправды из газет. На цирковой арене замыкаешь круг. Еще одно деление и зафиксируют каюк. Помогут сплетни приумножить колорит. Как муха в паутине треп, ты забываешь, что ты есть. Скелеты из пыльных шкафов шагнули в мир и в нищет. Как муха в паутине интриг, ты забываешь, что ты есть. Скелеты из пыльных шкафов шагнули в мир и в нищет. И вот и вышел из сумрака Алексей. Не буду называть его фамилию, она слишком известна, чтобы его называть. Вот, Леха играет целая куча команд. И одной из самой любимой моей пауки на волынке. Это да, это он. Это не чувак, похожий на него, если кто подумал. Вот. Мы пригласили его сегодня сладости добавить. Рок-н-ролла. И вроде получается. Следующая песня называется «Тони». Как нетвердые шаги и молитва «Боже, помоги!» И нервы на фоне, и сердце в груди стучит по гребле и страх боит. От того, что душу залпом пьет, но вторит надежда, что все впереди. Он был похищен от ЛО. 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 Паранойя крепко обняла. Бандару подвай. Доктор хмыкнул. Скверные дела. Выписал точно таблеток ему. Но все страшные кошмары по ночам. Разберут вот-вот по кирпичам. Рассудок совсем. А все почему? Он был похищен от ЛО. 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 Погнали! Ходя на свой балкон, смотрит в небеса с тревогой он. Он знает, что скоро вернутся за ним. Вернутся за ним! Вернутся за ним! Вернутся за ним! Вернутся! Вернутся! Thank you.
Мы на самом деле очень соскучились по концертам, на самом деле. Ну, лично я. Эти, наверное, играли без меня там раз 10 уже. Леха-то точно? Вот. А сейчас будет самый эксперимент сегодня, который мы даже сами еще не понимаем. У нас есть песня «Паранойя», которая вот-вот уже из личинки вылупится и выйдет в мир. Вот. И вот для нас будет очень неожиданно услышать ее в том виде, в котором Стас нам предлагает ее услышать. Давайте, «Паранойя». Нет хвоста, но все же ухожу от срежки. Слишком осторожен. Велика игра для пешки. Судьба двойных агентов нет сладко, поверьте. Сейчас как кинолента, а завтра я в конверте. Есть очелесного пита у каждого героя. Без них героя мне куда. Вот и моя со мною паранойя. Паранойя! 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 Когда повяжут, не предложат скидки. Палачи заскажут, снимем виртуозы пытки. Одних мороз по коже нет. Пойду на сделку и не вернусь похожим назад свою тарелку. Евгений! Есть Ахиллесова пята у каждого героя. Без них героя мне куда. Вот и моя со мною паранойя. Паранойя! 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 Ахиллесова пята у каждого героя. Без них героям никуда. Вот и моя со мной. Ахиллесова пята у каждого героя. Без них героям никуда. Паранойя! У каждого героя. Паранойя! У каждого героя. Паранойя! У каждого героя. Паранойя! 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 Спасибо! Шиза! Очередной вояж в опасные миры. Но я надеюсь, что обратно скоро. Я должен разгадать пароль, чтоб перейти очередной этап игры. Залить собой мой враг умноженный на ноль. Уже не дышит за спиной. Он проиграл последний бой. Мне трудно взять опять свой разум под контроль. Не достает энергии на это. Но сколько можно ждать, когда отпустит боль и прекратится, к черту эта пьеса. Сейчас ко мне войдут парни за мой разум и вновь запустят мне спасение в кровь. Руки вязкие шприцы давно нашла во мне свой круг. Моя жизнь старик царство.
зеркале моем. Я вижу не лицо, а маски, что она мне предлагает. Так будет день за днем, пикает кольцо, и всех альтернатив преобладает. Мне грудится остановить, поскольку мне один лишь я, и мне решать. Победа чья? Мне остается с этим жить. Прошу, не надо мне мешать. Включай так крем, скорей, врача! Вы молодцы. Да, кстати, они молодцы. После концерта приходите домой, заходите, смотрите свой электронный дневник и смотрите оценки, которые вам будут выставлены. Окей? Это. А как моя девочка угадала песню? Где та девочка, которая песню угадала? Саечка за угадку. Но песня другая. Саечка, да? Другая? Серьезно? А, да, действительно другая. Меня не угадала, нихуа. Погнали. Рамонс. Рамонс. I can see my first in the ball. We're chasing with it. We're standing up back then. We're standing up back then. First in the ball. Okay, go, let's go. Shoot him out back now. What do you want? I think now. Shut up, ready to go. We're on the same line. We're chasing tight right. I can see my first in the ball. We're chasing with it. We're standing up back then. We're standing up back then. Let's go, let's go. Shoot him out big now. What do you want? I think now. Shut up, ready to go. Есть такой ритуал, когда у тебя, тебе надоедает и плесневеет контрабасист, нужно всем залом позвать басиста. Давайте сейчас все вместе на счет три кричим: Тёмыч, Тёмыч, Тёмыч. Давайте. Раз, два, три. Стоп. А теперь Стася. То же самое. Спасибо, Стасян. Мы с тобой еще вроде закончили, нет? Да. Да, мы закончили. Стасика, проводите их бурными аплодисментами.
Интересно было с контрабасом. Все, отлично. Будем пробовать дальше что-то делать. У нас просто такая Санта-Барбара в группе происходит, что лучше вам не знать. Вы перестанете ходить вообще на любые концерты. Саша, спи с предыдущим басистом. Медуза твой мозг повредила, медуза. А ну и ладно, это пауза. У нас есть, в принципе, кроме вот этих вот, которые меняются, и вот этот, который редко появляется. Есть еще Борис, который постоянно с нами. Борис. И Пабло, Пабло. Пабло Гитарилло. Ну и Женек, конечно же, Красов. Он же Яйцетрясов. Вот, ну и я. Танцуем, танцуем! Circle Pit, Circle Pit. Встречаем город Москва, Лос Каладендрас. Встречаем город Минск. А это на сцене Фрэглы. Короче, все! Заебись! Нос вытри. Но так как мы сегодня играем с ребятами, которые, ну, представляют определенный жанр, довольно, скажем так, он такой, в хорошем смысле, патриархальный. То есть я считаю, о, здорово, я считаю, что сайкабили — это пока новейшая ступень развития рок-н-ролла в чистом виде, в котором он может быть. Со мной есть тут пару человек, которые поспорят, но они не пришли на концерт, потому что не хотят спорить. Собственно, поэтому. Поэтому мы сейчас сыграем где-то из этой области, потому что я лично очень люблю эту музыку. И барабанщик мой 25 лет этим занимается. Давайте, гоночка! По тьме пробивая яркими фарами тоннель. Куда-то кривая линия жизни ведет. Пижама мокра, к телу липнет противно фланель. Ты ночь поглощает живьем, а не наоборот. Там рядом фабрики, ты вышел на прошлом. Лавровые ленки на финише не ждут. Лавровые ленки. Вот-вот разорвется башка.
на помощь придет, как всегда, старый друг, а он такой. Но если вдруг что, то можно и порошка. Вернется надежда на завтра и самоконтроль. За вредом вопреки, ты вышел на маршрут. Лавровые ринги, но ты не через дуд. Лавровые ринги. Лавровые ринги. Тихо старее, он будет гордиться, наверное. Ты победителю гонки скорее, будет смеяться. Тихо старее, будет гордиться, наверное. Следующая песня посвящается рогато-копытным. Чуть-чуть. Школя. Кто школу закончил? Руки поднять.
Никто. Есть еще и те, кто не закончил. Быть готовым к бою помогает пойло. Компанейским быть помогает нож. С ним ведешь беседу. Иди сюда. Медленно. Спокойно. Верят тебе тут же, даже если врешь. Это был наш радиослушатель из Магадана. Ему тянуть еще 5 лет. Но мы ответить были рады. И от него, и от нас всех ему привет. Все вместе! Урок! Дети, сегодня наш первый урок. Надеюсь, что будет вам прок. Но честно признаюсь, сам долго не мог постичь все эти науки. Мы новая смена, в школе убит. Так много смышленых, радостных лиц. Давайте начнем с загадок и птиц. Возьмите пособие в руки. Давайте начнем с загадок и птиц. Возьмите пособие в руки. Не захотели, чтобы наступило лето. Искренне надеюсь на это. Вы не захотели, чтобы наступило лето. Искренне надеюсь на это. Да! Вы не захотели, чтобы наступило лето. Искренне надеюсь на это. Вы не захотели, чтобы наступило лето. Искренне надеюсь. На урок! Хай, хай, хай! На урок! Хай, хай, хай! Самый простой предмет — это нож. И безотказнее вряд ли найдешь. Знаю, ребята, что вам не втерпёшь. Чтобы мы начали пробы, мы по программе пройдем автомат. Удавки, гранаты, газы и яд. И доберемся, пройдя этот ряд. Вплоть до атомной бомбы. Вплоть до атомной бомбы. Окей, ребята, немножко свинга в нашей деревне в начале. Бабочка, следующая песня. Бабочка раскрыла крылья. И уже
обшаривавший вон. А за нею эскадрилья свинцовый блин пошла на взлет. Когда демон садится на шею и в глазах зажигает холодный огонь, знаю все, смерть хорошеет. Для пожатия тянет, для пожатия тянет щедрецу ладу. Если полететь на дыбе среди велика не смог, или где-нибудь в Магрибе ты не был погребен без сот, я глотал с остальными прима, и дорогу ни разу не надевал. Все равно смерть дождется визита, твоего визита, твоего визита на ее карнавал. Бабочка! Ой, фу, мразь, какая мразь! Какая мразь! Пыльная такая! Он свой драйв себе! Фаерного очень много, без процентов и залога. Выбирай, пока возможно! Выбирай, пока возможно! Фаерного очень много, без процентов и залога. Выбирай, пока возможно! Выбирай, пока возможно! Вариантов очень много, без процентов и залога. Выбирай! Выбирай! Ну и как бы финишная прямая, наша последняя песня на сегодня. Мы ее сыграем на английском, для того, чтобы плавный переход был на ребят, которые поют на английском и которые выступают после нас. А я напоминаю, это группа из Москвы Молис Фенчер и группа из Минска Лос Скалопендрас. А мы сыграем классику английского панк-рока группы Toy Dolls. Friday night is red night, we start to say, we are gonna dig dig the way we did all day. Trendy trousers, but the same at the loud. Oh, we are gonna get you if I send you now. Come in and I'll show you how. The Jack Black Group, baby. 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 She was friendly, she used to be bad. Holly. Now she's off to a disco to listen to Chan. A dog. Your boyfriend was Kit Kat. He is the shy. Oi. Play the fucking music. And we say now. Comedy now. Show your home. Dick Big Room, baby. Dick Big Room, baby. Dick Big Room, baby. Dick Big Room, baby. She used to be punk, Holly. And now she's off to a distant to listen to Chuck. A dog. Got my friends on skin cap, she used to shine. Oi, oi. Play the fucking music and we see now. Coming in, I'll show you. The Dick Big Room, baby. The Dick Big Room, baby. The Dick Big Room, baby. Hey, hey, hey. The Dick Big Room, baby. The Dick Big Room, baby. Hey, hey, hey!
Body will rule, baby. Body, 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 Благословляю тебя. Это пошлина, это была пошлина за воду. Спасибо, ребят, большое. Спасибо. Встречаем гостей. Отдыхаем, красавчик. Перекуриваем, проветриваем помещение.